А ты же уже общался, да, с товарищем? Это Серега у нас приехал. А, классно, ты крутой. Ну, собрание уже кончилось, конечно. Собрание, конечно, только что прекратилось. Да. Да. Еда тоже кончилась? Нет, я еду еще не видела. А, ну, да, главное, значит, если есть еда, то значит, ничего еще не кончилось. Слава Богу. Главное, это в любом общественном собрании людей, главное, это покушать. Это понятно. Это... Наоборот, потому что... Мачок, ты монет, молодец. А Слава пришел и не выдержал собрания церкви, ушел. Не вынесла душа поэта. Да, вот что крест животворящий делает. Что пришел Серега и весь крест. 5 километров до сюда, так, как надо. Ну ты молодец, приехал. Да. Вон там Егор, пошли к ним. Да, привет. Какие люди, скажите что-нибудь. А вот они встретились. Мы присутствуем на собрании христиан. Это торжественное мероприятие, посвященное... Главное рукой помахать. Воскресенье. Тут очень громкий звук. Мы уже успели заслушать проповедь, причаститься. Заслушать. Да, песни я пропустил. Сейчас период неформального общения. Там внутри. Там внутри. Девушки, как звезды. Девушки, как звезды. Звезды, как она. Да. Звезды, как хотя она. Видеть. А, это хорошо. Ты козявка. Да, я знаю. Ну, приезд был эффектный такой. Вау. Эффектный? А, ну, да. Ты сняла это на кинокамеру? Ну, не помню, наверное. Я на фотоаппарат это сняла. А может и на камеру что-то не помню.